кого? iPad. Многие пишут в комментариях, что, наверное, у меня не норвежская кошка, а сибирская. Ну вот, например, вот кошечка, да, вот у моей то же самое. Такие же лапки белые. Такая же вот один в один Сонька. Говорят, что у моей Соньки лицо не такое вытянутое, но я не знаю. Мне кажется, моя Сонька просто симпатичнее. Мама у нее была такая же, как вот Сонечка один в один, а папа был рыжий, пушистый кот. Ну вот, говорят, что тут вот пишут, что они бывают разных оттенков, эти кошки. Разного окраса. Вот норвежская лесная кошка бывает разных окрасов. И рыжие, и черные, и белые. Но я считаю, что в основном они все вот как Сонька моя. Сонька все-таки она норвежка. Мы живем в Швеции. И вот, наверное, вот про это думала одна комментаторша, что вот у Сони не такой нос. Ну да, не такой. У меня у Сонечки меньше носик. Но, может быть, это наоборот счастье, что она такая красивая у меня. Вот они. Вот и такой, может быть. Тут смотрю, вот. Вот папа у нее, у Соньки такой вот был. Так что вот они какие примерно норвежцы. Вот такой же погиб недавно. Феликс приходил к Соньке в гости. Жалко очень. Вот я рассматриваю видео тут вот. Ой, фотографии. Ну вот. Это же один в один моя Сонька. Ну, вот оно. Наверное, не очень хорошо передает. Я покажу немножко, какая Соня была раньше у меня маленькая. Да, я только принесли. Вот какая она была. Как игрушечная. А это вот погибшая кошечка. Она тоже норвежка. Сестренка. Была очень аккуратная такая. Но все равно погибла. То есть вот она. То есть я насчет судьбы говорю. Вот они тут у меня. Две артистки были. Красавицы такие. Здесь мы живем на окраине с Норвегией, граничим. Тут у всех практически норвежцы. Многие. Ну вот Соня. Такая вот. Они еще котятами были. Тут сибирских кошек нет. Мне кто-то писал в комментариях, что сибирские, может. Нет тут сибирских. Но вот у нее нос побольше, вот у сестренки был. Это норвежцы. У Сонечки просто лицо красивее. У нее не такой вот, как вот у этой погибшей сестренки. Я
вопросы, так скажем, развеяла, кто эта кошка, сибирская или не. Вот я рисовала с этой фотографии. Вот они у меня там сидят. Вон я рисовала, вон там, вон. Вот такой вот акварельку своих котов. Вот Сонечка моя. Она вертикально вниз головой сходит. С деревьев. У норвежцев они так подточены. Вот она. Вот Сонечка. Норвежка. Один в один норвежка. Так что если кто смотрит у меня, кто думал, что это не норвежка, то вот я же сейчас вам показываю, что это норвежские кошечки. Доказываю. Мама стопроцентная норвежка. Вот именно как Соня выглядит. Папа, да тоже, наверное, там все норвежцы. Тут граничит с Норвегией. Вот они спали тут вот. Вот в этой комнате погибла кошечка маленькая. Там. Упала большая рыбацкая вещица такая, типа полки такая огромная. Бегали они как черти. Тоже вот не думали их выпускать. А как не выпустишь? Они дом перевернут вверх ногами. Ну, в общем, вот. Это вот она маленькая была. Кошка какая классная. Обожаю свою Соньку.